Всем привет, с вами Артур, и сегодня у нас в ремонте Subaru Impreza. Будем делать перед. Итак, крыло, капот, фары, телевизор, усилитель бампера. Все это меняется. Правое крыло остается, немного его нужно будет только подровнять. Ну что, разбираю перед. Итак, перед разобрал. Двигатель был тоже поврежден. Его тоже вытаскиваю. Будет проще работать. Итак, вот эту часть в основном мне надо сделать. Мне привезли вот такой вот кусочек от донора. Согнутым лонжероном. Но лонжерон мне не нужен. Нужна боковина. Это лучше, чем есть. Итак, удаляю поврежденный металл. Зачищаю от ржавчины. И замеряю размеры диагонали, чтобы удостовериться, что лонжероны на месте. Левенький лонжерон оказался не на месте. Поэтому немного без стенда я его сдвину в бок. При этом подравниваю. Итак, примерил усилитель бампера и опять измеряю размеры. Если диагонали одинаковые, высота одинаковая, то приступаю к сварке боковины. Она из нескольких кусков. Сначала вот этот внутренний кусочек. Подгоняю его. Делаю небольшую прихватку. Вот. Ну и затем измеряю высоту этого куска. Она должна быть такая же, как и лонжерон. То есть по уровню, я имею в виду. Когда все выставил, свариваю боковину. Итак, здесь сварил, здесь все прекрасно. Сейчас уже другую, остальную, точнее, часть боковины. Подгоняю, есть где болтам прикрутить, прикручиваю и свариваю. Итак, боковина сварена, здесь все окей. И теперь буду сваривать телевизор, то бишь рамку радиатора. Thank you.
Итак, это все сварено, скручено. И чтоб не терять времени, я вначале покрашу все изнутри. Покрашу, затем поставлю двигатель. Ну и после того, как будет поставлен двигатель, буду ставить радиаторы и прикручивать остальные части кузова. Надеюсь, что они все подойдут. Как ни странно, все подошло почти с первого раза. Значит, в размерах я не ошибся. Ну и работа с металлом закончена. Теперь осталось только покрасить. Разбираю, шпаклюю, грунтую, крашу, собираю. И вот вы можете видеть результат моих работ. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои видео. Пока!